Эгегей, с вами Ангрей. Сегодня мы с вами сыграем в Hearthstone. Очень расскажу. Тут дают новичкам какие-то карты или тем, кто давно не играл. Это убер колоды, так что я как будто бы головка от хуя. Стараюсь сыграть во все это. Пока что посмотреть, что как. Но могу же сказать, что я играл против некро. Или, господи, чернокнижник он какой-нибудь. Чернокнижника на этой колоде. На Мурлоках он был. В принципе, меня он уничтожил. Так что, друзья. Уничтожается после атаки. А, вот прям как-то работает. Не урон он должен получить, а он прям реально сам уничтожается. То есть после того, как именно оно атакует. Вы его воскресите. Допустим. Или сейчас он тоже на него нападет, и оно исчезнет у меня. Просто хз. А, когда именно я атакую? Зачем тогда? А, он, видимо, тоже этого не понял. Прикольно. Чувство получает, вы берете карту. Можно, конечно, это нежить дать перерождение. Выглядит недурно. Так смотрю. Мне надо хоть как-то захватывать стол условно. Давайте тогда зачистим. Приятно. Зубко. Ее не так-то и много. Ну, короче, понял, это типа черный жить или нет, темный черный жить. 5 урона. Почему не сюда, конечно, был удар, не понимал. Так, но с противника 2 зоны, если ваш ниш погиб после вашего прыжка, значит еще даже. Короче, я примерно. И херни, я понял. Сколько там, 5? В принципе, вынесли, парни. Уничтожим на свой ход. Ну, кстати, это выгодно довольно-таки бафать именно его. Он его опять уничтожает, получает урон. Он и этого уничтожил. Видимо, да. Не уничтожил. Ну, как бы выглядит как досвидос. Короче, видимо, ничего топового не пришло. Не знаю, пришло ли мне что-то топовое. Временно мете я не шарю. Просто так. Зашел попробовать посмотреть, что да какое. Ну, на этом получается. Всем спасибо за просмотр. Можете подписаться, поставить лайк Гезгова. Можете написать, какую за топ-колоду вы играете. Также можете можете попробовать жить счастливо. Не во вред другим людям. Сейчас у нас очень популярно, чтоб именно кому-то было плохо, а тебе значит хорошо. Но попробовать можно. Во вред другим людям, поэтому любите себя, друзья. Адекватно, любить своих близких, само собой, тоже адекватно. И как раз таки постарайтесь чуть-чуть полюбить других людей, потому что другие люди, они также являются наполнением вашего мира. И согласитесь, если вокруг всем будет хуёво, а только вам хорошо. Ну, хорошего на самом деле в этом никого не будет. Все, что вы сможете, это просто упиваться этой чернотой и темнотой. Поэтому в конце каждого ролика я даю мини-задание, которое может выполнить абсолютно каждый человек.
завтра проснетесь, улыбнетесь, вы подумаете, что в мире нет несчастных людей. Просто их нет. Так что подумайте об этом, подумайте. Всем спасибо и до новых встреч. Пока-пока.